Всем привет, с вами Влад, и вы попали на видео по Бравл Старс. Сегодня у нас будет вторая часть обзора на Бравл Толк. Не будем медлить, начинаем. Сначала расскажу о втором сезоне Бравл Пасса. Он начнется 6 июля. Ну а длиться будет 10 недель, что в два раза больше, чем в прошлом сезоне. Теперь мы сможем забирать награды в разброс. То есть, если раньше нам нужно сначала было забрать предыдущую награду, то теперь мы сможем забирать боксы как угодно. Ну а новый бравлер будет находиться на 30-й стадии Бравл Пасса. Ну а сейчас я покажу вам все отсылки к чемпионату. Помните, в газетах писалось про массовое разрушение города? Как мы знаем, это сделал новый робот из режима ПВЕ. И вот отсылка к утечке токсичных отходов. Не знаю, замечал ли кто-то эту пасхалку, но у нас за новой картой едут машинки маленькие по дороге. На одном из зданий находится маячок, что, возможно, является отсылкой к трансляции ВКБРЛ. Совпадение. А еще разработчики спалили новый скин на Джеки. Ну а если тебе понравилось это видео, ты можешь поставить лайк и подписаться на канал. Ну а с вами, как обычно, был Влад. Всем пока-пока!